Встреча ульяновской и кыргызской делегации состоялась во время недели российского бизнеса в Москве. Кыргызстан заинтересован в создании совместных с Ульяновском предприятий. Среди профилей будущей работы – деревообработка, автомобилестроение, создание контрольно-измерительного и навигационного оборудования. Вполне возможно, что в скором времени на территории страны Содружества появится сборочное производство спецавтомобилей УАЗ и логистический хаб для транспортировки грузов в Китай и Среднюю Азию. Обсуждали вопросы совместного подхода к разным видам деятельности в экономике, то есть это создание совместных предприятий, возможность создания сборочного производства на территории Кыргызской Республики для обеспечения стран Центральной Азии, там, нашего соседнего Китая, о поставке овощей, фруктов на ульяновский рынок. Проработать совместные проекты более детально станет возможным в апреле на площадке форума «Сделано в Ульяновской области». Вместе с президентом Кыргызского союза промышленников Жыргалбеком Сагынбаевым Сергей Морозов подписал соглашение о сотрудничестве, согласно которому Кыргызстан станет экономическим партнером Ульяновского форума производителей. Он пройдет в областном центре 19 апреля. Анна Тищенко, новости «Ульяновской правды».